Привет, ребят, вы на канале Рыба Кит, с вами папа, который рисует, и сегодня я хочу нарисовать для вас на черном скрабалке Маглонтика, который я купил за 50 рублей, кажется, или за 100 рублей, я не помню, потому что его купила моя супруга и подарила мне, а я рисую. Соответственно, сегодня я хочу нарисовать для вас машинку. Супер простую, супер-супер простую. Смотрите, как я рисую машинку. И мне хочется, чтобы, конечно, она была и красивая, и яркая. Я рисую колесо круглое и еще одно колесо круглое. Хопа! Как вы заметили, блокнотик цветной, подложка. И машина у вас получится не такая же, как у меня, если вы будете рисовать. Если вы даже просто рисовать будете карандашами, то это тоже хорошо. Теперь я просто толстым рисую это колесо, такую шину, что ли, потолще чуть-чуть. Такое утолщение будет, хорошее утолщение. Это мои шины. Колеса нарисованы. Колеса в машине, конечно, важная вещь, но и все остальное нужно рисовать. Цветные, отлично, мы нарисовали. Теперь я нарисую сам корпус машины, я не знаю, как это называется, машина, ну, саму машину. Так, это низ. Здесь у меня будет сама машина так выглядеть, потолще прям рисую, потолще, отлично, такая классная машина. И теперь кабину, и кабину я рисую тоже побольше, потому что у меня кабина большая, там большие люди едут, дети важные. Так, теперь я нарисую разделение, что двери есть, вот здесь у меня перед будет, здесь у меня зеркало заднего вида. Так, здесь дверь, так, здесь ручка, ручка и дверь. И, соответственно, здесь фара, и фара ярко горит. Но я вот, смотрите, посмотрел, как, конечно, мне нравится такая машина, она уже как бы получилась, но мне хочется ее поярче сделать, из-за этого я сделаю ее яркую, и она будет, ну, по-настоящему цветная детская машина. Я кое-что покрашу плоскостями, просто сотру все плоскости, вот всю кабину сотру. И сотру всю дверь сейчас сотру. Это немножко сложновато сделать, но если вы маленький, то я вам хочу пожелать удачи, что это очень важно, чтобы вы занимались именно такой мелкой, скрупулезной работой. У вас развивается от этого моторика, и вы можете лучше рисовать. Вы потренируетесь, одним словом. Видите? Здесь я тоже сотру, но не полностью. Маленькую черненькую полосочку, тоненькую, я оставлю. И, соответственно, сотру всю остальную. Дверь заднюю тоже стираю. И получается ручка, видите? И вот так. Соответственно, здесь я тоже сотру. Здесь нарисую бампер. И сотру тоже здесь. Оставлю мою маленькую фару заднюю. И спереди тоже сотру. И тоже и фара у меня останется, и все, получится у меня яркая цветная машина, неповторимая, можно сказать. Так, отлично. Здесь фара ярко горит. Здесь у меня дорога. Дорога. Здесь я нарисую траву, там так трава идет. Здесь цветочек можно нарисовать. В общем, попытайтесь здесь что-то добавить, что-то интересное, что вам нравится. Здесь маленький цветочек, здесь маленький цветочек. Поярче что-нибудь добавьте, какую-то травку, еще что-то. Вот, вот такая машинка получается. Мне нравится, прям получилось хорошо. Еще что-то сверху. Мне хочется, да, что-то сверху нарисовать. Здесь я наверняка нарисую солнышко и улыбочку. Или просто смайлик, можно сказать, смайлик. Наверное, мне хочется больше нарисовать солнышко, лучики ему нарисую. Вот, а здесь я нарисую птичек. Птички летят за машиной. Отлично. Смотрите, такая получилась клевая такая картинка. Она несложная, ее повторить легко. Если вы с родителями, то рисуйте с родителями. Если вы сами по себе, то рисуйте сами по себе. Покажите родителям, близким, бабушке, дедушке. Уверен, что всем понравится ваш рисунок. И у вас будут успехи большие на поприще рисования. Все, ребят, спокойной ночи. До новых встреч.